А вот два кроссфайера не перекрестные. Уничтожьте все ящики с оружием врага и найдите остатки своего командира. Цели 1. Введите соединение. 2. Уничтожьте все ящики. 3. Войдите в систему туннелей. 4. Найдите кости командира. Подсказка. Система туннелей не откроется, пока не будут уничтожены все ящики. Ну, тут действие в каком-то городе происходит, как я понимаю. Вот, видишь, я нахожусь на юге, надо двигаться на север. Точка прикрыта 4 огненными зенитками. Входим в крепость, в которой очень много точек. Ну, наверное, подземелья вот это показано какие-нибудь. Да, точки Б. Так, Б, С, Д, Е, F, G, H, I, G. Я слушаю, уже, наверное, подземелье пойдет. И G. G, H и K. Что, многовато будет точек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать точек. Не знаю, смогу ли это успеть, не знаю. Посмотрим. Так, ну что, начинаем. Так, вот карта. Так, теперь что, надо еще вот это уменьшить. Ага, тут так вот. Так, ну тут нифига. Вот это обозначение. В принципе, так и так понятно. То есть сначала у аспреев. Вот там этот городок виден. Прикольные статы аспреи с этими, с мотоциклами. К сожалению, на них не местность, видишь, вся пустая. К сожалению, на них жалко, что ты тут не полетаешь. Хотя в старой игре LHX вот можно было летать. Это класснейшие штуки такие. Как бы гибрид самолета и вертолета. То есть он может взлетать. У него крутятся, видишь, винтовые двигатели. Он может взлетать как вертолет. Садиться как самолет. Лететь как самолет. Может десант возить. Жалко, что им управлять тут нереально. Жалко. Вон там вертушечка летает. Интересно, ее можно сейчас забить? Сейчас попробуем. Так. Так. Достанет сейчас. Сейчас попробуем. Что-то далековато. Ракета-то все равно его достигает, наверное. Так, ну еще смотрим. Видишь, там стоят эти долбаные зенитки. А вот стоп, как туда прорваться? Ну-ка, там какая-то гадина где-то стоит. Ой, подожди. Где эта мразь-то? Так, вот. Сбить бы его. Ну, вот, слушай, надо с эту долбануть. Жалей. Обязательно сбеги. Так, ну что там творится с той там мразью? Так, не уничтожил ее. Ну-ка, где она? Или снял ты его? О, снял, он там валяется. Ну вот как с зенитками быть? Блин, как с зенитками-то быть? Ну, правда, можно, слушай. Там надо РПГ взять. Может, ты, наверное, сможешь-то вообще туда прорваться? Вот если туда в угол как-то заехать, так с угла-то, может, и получится и быстро ликвидировать. Ну, ты ебаный в рот, ну что делаешь-то, блядь? Сука, уже израсходовал. Сейчас можно разве что на разведку смотаться. А вертолет в случае так и не знаю. А чё он, какого хера он сбился-то? Непонятно. Все, готов. С вертолётом все готово. Аспрей очень классная штука. Так, давай-ка что сделаем? Возьмем РПГшку. РПГ.
рекомендую со стен заехать. Но близко не приближайся. Быстрее. Ну сейчас, если ты за стеной спрячешься, то ты быстро с ними попадешь. Только надо быть аккуратным все равно. Есть, правда, еще вариант минометов. Ух, блять. Пизда. А что там за хуйня-то? Слушай, какая-то мразь откуда-то ебанула. Ну давай-ка сюда посмотрим. Там какой-нибудь мрази-то нет? Опять вертолет что-то подняли. Что там не заедешь, что просто так туда. Ебаный в рот. Что дело пока хуево? Я смотрю. Ну давай возьмем тогда миномет. Так отсюда ты как ты попадешь-то? А вертолет что все время поднимает, интересно. Блин, подожди, подожди. А че, не достать, что ли? Как-то странно. Лучше не достать. Плохо дело. Блять, еще их и достанешь. Так, ну вот, сейчас давай попробуем вот так вот. Ну-ка, стоп, стоп, стоп. Точно в них. Бей. Там накроет. Попробуем вот их таким путем. Сейчас посмотрим. Ну и что там творится? Так-то накрытия идут точные. Ну и что там произошло? Сейчас посмотрим. Вроде как нормально. Сейчас проверяем. Нет, там все хорошо. Это их. Ой, слушай, там гадина стоит. Вот. Подожди, подожди. Все нормально, вот два снайпера. Все, все отлично, отлично. Так, ну в принципе ворваться-то теперь, наверное, можно без проблем. Точки А, ну поехали. Минометами. В принципе, миномет-то тоже хорошая вещь. Ты так-то особо-то не брезгуй. Когда вот они кучно стоят. В принципе, чё за зря-то ловится? Ты подыхал по 100 раз. Все, я точечку А взял. Ну, чё тут делать-то, блин? Чего делать? Так, давай вначале вертолет, что ли, собьем. Вот эти аспреи стоят. Мотоцикл, надо полагать, мне больше не понадобится уже. Стоп, стоп, стоп. Да, блядь, ну что делать? Подожди, смотри, расстояние-то приличное. Так, берем огнемет. И вперед. На штурм крепости. Теперь уже можно увеличить. Так, стоп, стоп, стоп. Вот там целый город у них. Так, ну-ка. Чистенько. Так, отлично, отлично. Ой-ой-ой. Что там такое? Хорошо. О, видишь, какой городок. Ну да, такой зарастающий городок. Так, ну-ка, ну-ка, стоп, стоп, стоп. Ну-ка, стоп, стоп, стоп. Не хулиганить. Так, а где ящички? А вот они тут все отмечены, кстати. Опять вертолет постоянно теперь будет летать, но я буду прятаться. Сейчас начинаем зачистку городка.
Тут надо бы к точке Б теперь просандалиться, провандалиться как-нибудь. Ну попробуем. Подмосковный городок. Либо шепчутся в рядок. Подпевают электричкам ткацкой фабрики гудок. Да, будем сейчас по этому городку. О, ты сюда. Кто-то долбанул тебя. Ой! Пикапы гоняют. Ну и чё? Да тут можно везде прятаться, где хочешь, так это как бы... Так, ну давай к точке Б. Так, никого? Давай-ка аккуратнее, чтобы там не было засад. Так, пошел. Все нормально. А, может, карта будет легкая даже, кстати. Ну, посмотрим. Мне начало было у нее не понравилось. О, 2-4 всего ящиков-то не так. Патрули. Теперь к точке С. Ну, захватываем теперь все точки. Так, что там, кто гоняет? Ух ты, блядь. Что, охуело? Давай сейчас поаккуратней. Такс. Куда они бежали-то? Хрен пойми теперь. Быстро убежали. Ну ладно, пусть с ним. Давайте. Пикапы гоняют. Полные врагов. Ну да ничего. Сейчас что-нибудь придумаем. Так, тут какие-то у них помоечки. Помойкины. А вертушка чё? Сейчас бой идет. А сейчас карта так, судя по такому виду, то неплохая. Смоленькая. О, козлы на пикапах. Приколисты. Плохо, что мышь заклинена. Хоть берем постоянно. Стингер что-то летают. Ну-ка давай-ка тогда. Сейчас ты так, паразит такой. Сейчас надо сбить тебя. Все, готов. Ну-ка. Капа. Вон там пробочку сделали. Ух ты, сука! Джейм продавили, еще хитро так действует. Продавили просто пробку, да поехали дальше. Ух ты, пизда. Ну-ка. Да нет, уехал. Ух ты, сука, ты что делаешь-то? Их надо вещь ликвидировать. Надеюсь, они там ничего не оставят. Было бы очень нежелательно. Во, это Ильич. Ильича поставили. Памятник Ильичу поставили. Че, они коммунисты, что ли, местные? Группировки коммунистов захватили город. Местные коммунисты из фронта. Тут какой-нибудь фронт этих, как там его, парабунды мать какой-нибудь.
Фронт Фарабунды Марти взял город. Город захвачен боевиками Фарабунды Марти. Так, да, прыгался. Там, кстати, какая-то интересная. Ну-ка, отойди, отойди. Да, блядь, отойди, отойди. Ты же хер собьёшь так. Нет, это, наверное, надо РПГ начать. Глупое дело, видишь, не сбить. Боевики Народного фронта Фарабунды Марти. Может, из огнемета попробуем? Готов? Наверное, я его вольну. Боевики Народного фронта Фарабунды Марти. Вон, кстати, прикольная щитовая штуковина с этим локатором и пулеметом. Ну-ка, сейчас позрим. Так, вулкан. Блять, откуда вольнули? Ты видишь, надо стингер, наверное, брать постоянно. Вертолет очень постоянно будет висеть. К сожалению. Памятник Ленину, блядь. Давай-ка этих. Плюхи шеи. А ты что делаешь, сволочь? Совсем страх потерял. Так, ну-ка давай-ка, где точка С? Где-то она рядом. Дубляди. Обкладывали. Ну ничего. Где точка С? Где точка С? С. Муха С. Ой, Вич, памятник Ленину. Ну где точка С? Вон он. Все, берем. Нормально. Так, откуда обстреливали? Давай позрим. Вот рули все подвое бегают. У тебя же задача-то не стоит всех перебить, а стоит именно ящики уничтожить. Тут по две штуки. Так, много. Уже всего с вертолета, но я его буду сбивать. Пизда какая. Пожалуй, ушел. Так, 19 осталось ящиков. Так, теперь. Где точка Д? Д. А, кстати, все ящики, они вблизи точек стоят. Так что вот надо идти именно к точкам. Да, блядь! Стоп. Чё там за... Уйди. Там пизда стоит. Очень нехорошая. Ну-ка, сейчас мы ее ликвидируем. Так, аккуратнее. Она тут. Так, стоп. Стоп, где ты, скотина? Оп! Доигрался.
Достукался. Сейчас опять какие-то там... Ой! Плохиш, не херач. Плохиш, не надо трогать меня. Вот туда надо, к точке Д направляться. Да, в юго-восточный угол. Там катаются джипы. Ну-ка, собственно... Да, блядь. Так, блядь, сука, мышь эта ебаная вообще не работает. За колесико, колесико. О! У них, да, в капикапе. Это пикап. Ух, тут дохера. Готов. Давай. Блядь. Да там еще один на пикапе сидит. Ну, надо вот сейчас туда сходить. Сейчас мы их добьем, короче. Пока я никаких сложностей не вижу. Вчера я было там для опыта включил, но мне не понравилось сначала. А сейчас все нормально, как вроде. Сейчас будем пробовать. Ну, давай копейки того гада сними. Все нормально. Там уж командную точку я вижу. А там какая? Е, тут видишь, можно в любой последовательности так добрать. Давай будем по порядку. Смотри, какая прикольная. Сколько их, кстати, собралось? 7 штук, а их на самом-то деле намного больше. Сука, вообще почти. Так, не понято. Ой, блять, они там, блядь, там по стенам бегают. Сука, блять, мышь совсем хуевая. Фактически сложно что-либо делать. Так, ну. Продвигаемся. Так, стоп. По закоулкам, по закоулочкам. Ну, раньше бы мне это было очень сложно, показалось бы. Сколько бы в этом городе провозился, вообще бог весь. Ну-ка, стоп. Так, пикапы взрываются. Так, все, берем капоком. Все, точка Д уже взята. Так, подрываем. Да, это пикап подрывает. И пойдем по той улице. Все. Что же оно? Так, а вертолет, кстати, тоже перестал показываться. Ну, возьмем тогда огнемет. Вот по этой улице и пойдем. Сука, блядь, вообще мышь не работает, нахуй. Ой, вертолет опять показался. Не. Тут надо брать. Только стингер. Иначе ты будешь уничтожаться с вертолетом. Будет проблемы. Все, готов. Так, ну тут вот аккуратнее, идя по этой улице. Все-таки будь предельно аккуратен, потому что тут всякое может. Ух ты, блядь! Сука! Да, вот эти закоулки надо тоже просмотреть. Ой, аккуратнее, аккуратнее.
Особо-то тратить время ж не будем на прочистку всех абсолютно закоулков. Зачем вот это делать? Ну, поэтому надо вот идти и посматривать. Цель не стоит же всех ликвидировать. Так, уже приближаемся к концу. Сейчас будем надеяться, что сходу и возьмем. Ты, блядь! Да, хуй тебе. Вот завалили. Так, ну ладно, сколько там идти-то километров? Практически 400 метров. Так, давай аккуратней. Уже, блядь, опять... Ой, ты, блядь! Ух ты, сука! Пизда. Патруль, патруль. Козлы. Так, вертолет еще там продолжает лупать. Так, ну ладно, идем. Ну тут можно всегда так. Можно, слушай, идти, а потом хуяк. И капец тебе. Что ты делаешь-то, блядь? Там фонтан. Ну давай вначале. Ты, блядь! Да что пизда? Что как он там стоит-то? Как-то, сука, встал в угле в каком-то. Да нет, я вот хочу по порядку делать. Я не хочу в разновой захватывать. Надо еще конец этой улицы, пока не дают, падлы, пробежать. Можно, правда, по дворам пройти, попробовать. Там еще подземелье будет какое-то в конце. Ты сука! Стоп, стоп, стоп. Так, стоп, стоп, летит. Ни хрена не понимаю, где эта мразь-то сосредоточилась. Так, ну тут нормально. Хоть обходи их далеко. Стоп. Нормально. Ты, блядь, что за херня? Козел. Вроде его грохнул. Нет, в этом смысле пока нормально. Так, так, нормально. Эти опять пидорасы вертолет поднимают. Во! Это, конечно, не или какой не Ильич, это Будда. Давай, собей. Ты пизда еще меня и собьют. Так, ладно. Так. Стоп, стоп. Там их до чертиков. Пошел. Все, окей. Вот такой тяжелый какой-то. Ага. Че это интересно? Корт, наверное, да? А не, не, ну есть калибр. Погадом. И там, слушай, не обвозобновляются ли? Что
тебя, это у них там возобно, поэтому лучше тут не задерживаться. Падлы, что-то там здорово отдубасят. Пидорасы. Четыре ящика осталось. Крыша еще херачит. А что, регенерации там у них, надеюсь, нет? Это дело 6, поэтому лучше тут не задерживаться. Не надо этим заниматься. Так, теперь надо сюда, да, идти? Точка Е взята к точке F. Северо-западный угол. Так, пошли. Так, так. К пикапу вон подошли. Ну, покататься нельзя, к сожалению. Хотя... Ну, так-то можно, когда в экстриме есть, и без оружия можно машину кататься. Нормально. Где-то КПХ-то рядом. Вышу Е опасный справа сарай, в котором ангар возрождения постоянно идут. Нехорошая вещь, нехорошая. Ну чё, а вот все я нашел. Начинаем выдвигаться. Ну-ка, давай-ка аккуратненько. Такой тут много их. Все, взял. Вертолет вроде пока не появляется. Чё там за херень? Блять, там, там с пушки стреляют. Ну ничего, сейчас уже взяли. Пушка долбается. Сразу берем РПГ. Блять, не сюда, не сюда. Вот давай. Сука. Сейчас, сейчас я ее собью. Сейчас. В принципе, даже и не нужно было это делать, он уже там сам открылся. Ну, короче говоря, давай ликвидируй эти скопления. Отходим сразу же. Так, остается совсем ничего. Что-то вертолет перестал, как вроде, шуметь. Так, ну, че... ЕФЖ. Ж находится в центре. А сколько тебе ящичков остается? 6 штук. Ну что, надо в центр выдвигаться теперь. Ты поглядывай, тут тебя грохнут. Так. Ну что ты, ну что ты? Срочно, конечно, чинить мышь. Менять или чинить. Полный вообще пиздец. Она уже начинает автоматически переключать все время. Колесико вот надо, его надо ремонтировать. А кстати, в той, которая вторая, есть, с аккумуляторами, там эти батареи просто вздуло. Там-то колесико было нормальное, но там их вздуло. Просто вообще они это как бы... Ну, вспухли сами батареи, короче. Две батареи, что ли, там вроде бы. О, бляди. Сука, тут плохо.
И там следующий, наверное, уже будет все и H, и G, это под, явно подземелье, короче. Вот и 4, то и G. G и H, это подземелье. И К, вот это все под, да, подземелье. 5 точек подземелья. А получается на поверхности B, C, D, E, F и G. Такая история. Не знаю, как подземелье будет сложно. Нет, не знаю, не знаю. Подземелье это второй будет. Не, первый этап это как бы проникнуть, второй отыскать ящики. Вот так вот. А третий подземелье. Такая вот история. Пиши, ты один. Да встукался. Да стукался. Козел. Козел. Да. А вертолет-то все равно летает. Надо в точку уже как-то проникнуть. Хочу вертолет сбить из с этой пушки. Сейчас, наверное, быстро. Ага, что я не требовалось доказать. Классная зенитка. Классная, прикольная зенитка, прикольная. ЗПУ-23 называется. Так, ну чё, как в точку уже пробраться? Какая-то сука там стоит, так. Дворик может быть обитаем, поэтому обитучий. Надо быть аккуратно, так. Он в пушку направлялся, но я снял. Так, ну что, надо взять? Все взято. Эй! Почему? Ты же откуда? Вот это сейчас. Так, ну нормально, нормально. Это последняя КПшка на поверхности взятая. Блять, откуда он херачит? Да блять. Ну хер найдешь, ну давай. Давай уж теперь избавимся от ящиков. Какой божок себе. Все боеприпасы уничтожены. Туннельная система открытая. Новая открытая. Где это, блядь, так? Слушай, он. Я все, я его накрыл. Вот он, вот он. Скотина тут заебет. Так, ну-ка давай-ка. Плохо, что она в зенитку поворачивается. Как быстро сбивается. Вулкан так-то хорошая штука, но оно. 7-миллиметровая пушка вулкан, но она, к сожалению, не наводится в зенит. Так, ну что, надо искать входы в туннель. Они не под башками ли? Кстати, алё. Вот может быть. Кстати, давай в фонтане искупаемся. У них типа местного базара было. Да, блядь. Так, ну чё. Ага, ну теперь надо идти, слушай. Так. Ну давай начинаем с точки И. Короче. Вон москвичуга стоит. Хотя он красиво в москвичуге. Ёлочные игрушки. Разные. 401, 407, 412. Из фарфора ёлочные игрушки. Так, прикольно, прикольно. Тут где-то должен открыться вход в туннель, но вот
Где? Надо поискать. Пока не вижу, но где-то должен открыться. Так, непонятно. Как быстро разбивается с зенитки. Нормально. Так, стоп, как сюда же проникнуть-то, блин? Так, не понятно, надо вот искать. Да искать поскорее. Где заход-то в туннель, ничего не понимаю. Давай посмотрим. Они очень похожи друг на друга. Ну, наверное, же он должен быть из точки И где-то. Ну, вот я вижу, там вот здание какое-то примыкает, вот эта руина. Блять, ты заебуешь. В руине, что ли, получше порыскать? Других-то вроде как... Вот, стоп, стоп. Давай еще раз собьем тут. Отличная зенитка, просто кошерная. Козлы. Так, ну ладно. Ну и что дальше-то? Вот я зашел в нее. Так, непонятно пока. Надо искать, искать, искать. А вот, давай наверх проникни. Ну и что дальше? Так, ну это тут неинтересно. Так, ну давай еще поищем. Так, блин, непонятно. А, ну тут единственное, что можно перепрыгнуть. Вот я перепрыгнул в подземелье, но... А где тут вход-то? Скотина. Так, это... Тут КПХ, кстати. Ну все, я беру КПХ и... Она, кстати, у входа. В общем, короче, просто я перепрыгнул, и все. Давай, отходи, отходи, отходи. Все, я вошел, значит, в подземелье, получается. Под башком этим. Под башком. Вот, видишь, где божок это есть. О, какой. Да, такой вид. Грозный у него. Да какой там Ильич. Это Будда. Можно его получше выглядеть. Это вот именно ВВ-2 такие. На черта, кстати, похож. Какой-то бес. Маленький, жирный. Страшный. Так, ну вот тут вовнутрь случай. А дальше? Привет. А дальше по лестнице вниз. Так, побежали. Так, чисто. Ну, все, мы уже спустились. Так, и пошли по подземелью, короче. Так, вот оно тут... Все, в общем, подземелье проник. Оно тут разветвляется, короче. Вот направо оно в точку H пойдет. А налево в точку G, потом снова на точку К разделится. Вот я не знаю, что лучше-то. Кости командира какие-то найти надо, блядь. Я не знаю даже. Ну, давай по порядку делать. Снова по алфавиту. Значит, идем налево в G. Такс. А хер тут пройдешь. Финт радио инбулдинг тоун блок туннель 2. В общем, блокирован он. Блокирован. Значит, надо идти в точку H. Начали. Направо. Ну, идем, идем, идем. Собственно говоря, тут пуст. Ах ты, сука. Пустые практически туннели-то пока.
В общем-то, карта-то пока очень легкая. Надо поаккуратней. Пока она очень легкая. Подожди, подожди, подожди. Бажит немножечко. Вообще, вообще, слушай, никаких затруднений пока я не увидел в этой карте. Но она не будет из Extreme 2 откуда-нибудь, наверное, взята. Судя по всему, переписана просто. Надо знать, короче говоря. Вот. Есть такая, как говорится, версия. Ну, надо смотреть, сам-то туннель безопасен. Патрулей вроде никаких нет, но вот тут местами, что просто есть места, что они как бы, как это сказать, могут из угла долбать, вот поэтому надо посмотреть. Там какая-то хрень банановая. Понял, подожди, подожди. Какие-то шайтаны там бегут. Ну ладно, идем вперед. Стоп, стоп, стоп. Find hidden radio in building, tone block туннель. Блять, сюда тоже не проникнуть. А как же проникнуть? Оба туннеля блокированы. Радио, говорит, надо уничтожить. И где оно? Хера не понял, положи. Где радио-то? Ящики все ликвидированы. Пишет еще какие-то долбанные радио где-то. Где я их найду-то, блядь? Так. Еще непонятно нихера. Так, так, так. Тут что-то все заблокировано тоже. Да, я не знаю, ребята дорогие, тут какая-то ерунда. Чё, где я их искать-то буду? Где-то падлу спрятали, короче. Нежелательная для меня вещь. А где я их найду? Я смотрю, ни хрена нигде нет. Где долбанный радио-то нахуй? Ой, блядь! Я раз, слушай, надо вот это здание проверить. Что-то там какая-то муча возникает. Ну, отель вот этот. Ну, там не дозачищено, там вот может что-нибудь добыть. Мы сейчас попробуем. Будем надеяться, что там где-то что-то спрятано. Так, давай-ка сюда крутим. Так, ну тут все чисто. Так, какой-то дворик, на котором ничего нет.
Так, так, так. Что тут делать-то, блядь? Так, ни хрена пока не вижу. Поднимайся на второй этаж тогда. Судя по тому, что его охраняют, надо, может, даже будет на самый верх лезть. Ну, сейчас посмотрим. Пусть это отель. Ну, такие отели в старых Дельта Форсе было. Как вот Лендинг Варьор, там вот были похожи. Так, не понято, не понято. Ковры тут нету нифига, надо усоп. Да ебать тебя, брат. Добил. Так, первый этаж, второй, третий. Так, какие-то кровати. Розетки. Слушай, нифига нету. Блять, обидно так, а куда, куда дальше-то, чё? Так. Тут тоже нифига нигде ничего нету. О! Продолжаем тогда подниматься, аж чуть-чуть делать. Там дохуя. Синим. Ебать, тут что делать-то? Щитовуха. Щитовая. Щитовая. Все мохнатая такая. Давай-ка аккуратненько, дорогие ребята. А вот он! Да блять! На крыше. Туннель 2 разблокировался. У нас только туннель 2, где-то, а туннель 1. Туннель 1 это, кстати, к точке H. Суки, видишь, еще все не просто так сделал. Вот этот сам город. Ну больше тут нифига и не, наверное, и нету, что он. Сразу 2 тебе поместит. Тоже сомневаюсь. В одно место. А давай пока по туннелю 2 пойдем. Ну
Налево, значит, идем. В сторону точки Ж, Джокером. На Джокер направлением. Ты, блядь! Слушай, какая харя. Харя какая. Подтягивают. Но вертолет лучше особо-то не отвлекаться, она. Смотри, какая морда, морда главная. Просто, просто, блядь, какой амбал настоящий, откормленный. Скотина. А я просто даже удивился, что смотрю за рожа такая. Сколько тебя кормили, чтобы так вот пачку открыть. Вот он. Пачка какая откормленная стоит нагло. По-хамски. Давай идем по повороту. Стоит и в ус не дует, как говорится. И сигареты новость курит. Новость. Стоп, стоп. Сука, там надо РПГ брать. Хер так пройдешь. Пошли. Crossfire карта, да. Это карта Crossfire. Удар как по земле, хотя это камень. Каменные плиты. Так, ну идем. По таким туннелям теоретически вагонетки, наверное, можем было бы гонять на вагонетках. Готов? Проверяем. Чисто. Ой, блядь, да что за хуй-то? Блядь, называется готов. Пизда какая-то. Там вот, возможно, во дворе как придется. Вылазить, там же в дворике-то только в Ви можно попасть. А все остальные только изнутрях. И возможно там будет... Нужно вот какие-то здания проверять. Там будут эти ключи, наверное. Так что тут еще работа дохуя просто сейчас. Ну не дохуя, но 4 объекта. Надо вот прорываться, что-то пока не получается. Же мимо. Да блять, не буду. Что делать-то с ней? Что-то не получается. А чем до нее чем можно достать, а ничем другим не достанешь. Туннель-то узкий. Что-то какая-то ерунда тут. Блин, вот тут начал срываться, это плохо. Первый такой нехороший участок, это вот именно здесь. Хрен там обойдешь. А почему не получается из РПГ-то снять?
странно. Это даже... Дай-ка получше тогда изучим. Ты ёбаный ты, блядь! Сука, никакие я не получается. Ходов там никаких других нет. Да сидит там какая-нибудь сука, наверное, внутри, я не знаю. Вряд ли она автоматически. Давай-ка получше осмотримся. Там, видишь, хорошо защищена, зараза такая. Да. Что делать, если будет ничего не сделать? Да все, готов. Видишь, надо еще не сразу попал. Да вопли обязательно услышать, когда орет. Все нормально. Так, тут у них храм сатаны. Паскуды. Хорошо укрепились. Падла такая. Он тут, видишь, внутри какой-то сидел. Вот этой, видишь, такой колонны. Вот туда было сложно попасть. Такое место нехорошее. К точке дыши подходим сейчас. Еще надо вверх, наверх надо будет залезть. Так, на выход. Я не знаю, там какое-нибудь строение надо будет, наверное, проверять. Что там строение, понятно. Так, ну тут вроде чисто. Тут все нормально, ну сейчас надо захватить обязательно. Охраняется место. Парализатор, парализатор обязательно. Все, все окей. Так, ну тут, конечно. Отель. Проблема, что вертолет постоянно будет. Проблемы бы особо и не было, если бы там кто-то за зенит хотел. А так, ну что, надо в отель лезть. Что говорить-то? Отель Джокер. Отель Индия зачищен, теперь отель Джокер. Я подозреваю, что ИДЖИ ИЧК. Вот они будут по порядку открываться. Никак, не, никак по-другому иначе. Так, ну направляемся ко входу. Я думаю, он полностью аналогичен первому, но вот тоже выше возня в этих отелях. Так, ну единственное, что их место расположения может быть чуть-чуть разным. Я подозреваю, что надо наверх сразу лезть, да и все. Ничего обыскивать тут не нужно, именно наверх надо идти. Тут уже сложно. Потому
потому что они тут везде сторожат. Сука. Сторожей дохуя. Ну, сейчас что-нибудь придумаем. Тихонько, легонько. Задача залезать поскорее наверх. Еще очень много их тут. Так, вылазим уже наверх. Четырехэтажный, что ли? Да. Так, тут никакой охраны нет. Стоп, а... Подожди, подожди. А тут нет нифига. Странно. Да. Очень странно. Туннель-то дальше не открыт. Надо же туннель открыть. Туннель пока не открыт. Тебе надо туда. К точке H как-то, видимо, идти. Надо искать, короче, искать. В первом отеле вот на крыше находится ключ. Сука, когда первый раз играешь, ни хера ж непонятно, где что искать, блядь. Со второго раза это, конечно, все проще получается. Конечно, где-то наверняка он в отеле их запрятал. Что-то нет тут нихера. Там, сука, вон из того ангара расстреливают. Тут тоже надо быть аккуратным. Ну что делать-то будем? Уж, наверное, кейч-то проход все равно не открыт. Бегай, погляди, но что-то как-то сомнения у меня возникают, что туда открылся проход. Непонятно, блядь, сука, где искать-то, блядь. Так, или... Нет, так, хрен там. Сюда блокирован проход к точке К. Третий туннель. Туда ведь третий туннель идет к точке К. Кейч второй. Который тоже наверняка заблокирован. Надо в отеле лучше будет искать, короче. Где еще? Где еще там можно найти? Только в отеле. Что-то пока я не нашел ни хрена.
Сейчас посмотрим, что чтобы убедиться окончательно. Сука, он даже в описании не сделал задачу, что ключ надо искать. Ну и что, тут прозрачная стена, короче. Он бьется, все, туннель закрыт. Да. Так я вот не знаю, что делать. Туннель закрыт. Блять, а где здесь искать-то, сука? Ещё непонятно. Тут же оно где угодно может опять лежать. Вроде все, слушай, обыскано, нигде ничего нет. Надо все равно искать. Блять, других-то вариантов же нету. Как вот ты так пойдешь? Нет вариантов других. Кроме как искать. Сука, тратится время на хуйню. Ах ты, блядь! Чем на третьем этаже был. Комната первая. Так, справа от лестницы. На третьем этаже, короче. Ну все, теперь, в общем, понятно. Короче, все эти ключи, они в отелях находятся. Вблизи вот этих храмов. С этим башком. Будда, храм Будды. Чё открылось-то? Чё открылось-то, ни хрена не понимаю. Давай запрячься. Туннель 3 или туннель 2 открылся. Как вроде как... написано К, что ли, я не понял. Сейчас посмотрим, ладно, давай побежали. Один туннель до сих пор заблокирован. Они могли и перепутать в описании. Номер отсюда. Сейчас вот посмотрим туда, к точке К открылся, если так пойдем. Мне кажется, слушай, сейчас он пойдет к точке К, потом H надо будет в конце. И вот там ответвление, которое налево, вот прямо в центре, уже между G и C. Там вот и будут кости командира. Это пришелец будет, пришелец. Да, вот так и есть. Туда идти. В общем, идем к точке К. Третий туннель. Второй пока все еще закрыт. Ну так, хоть понятная идея, хотя он пизда такая, не в описании вообще ничего не написал. Найдите кости командира. Ну, наверное, сейчас теперь уже потихоньку... Вот надо будет тщательнее только в отелях искать. Туннели тут не очень сильно охраняются. Буквально по одному чуваку. Сейчас уже подходим к точечке К. Сейчас остается немного. Так, ну тут никого.
Да, с туннелями оно бы посложнее, конечно, делать. Ну так, все равно понятно, просто надо знать. Что делать? Где командная точка, так хером. Давай ждем. Давай ждем, сейчас вертолет пролетит. Блядь, где ты? Все нормально, нормально. Класс. Лезем в туннель-то. Туннели. Кило. Окей, харя, блин. Так, стоп. Все, пошли на проникновение сейчас. Когда будет проникновение в вагоны. Так хорошо бы сбить. Вот водонапорка. Пойди на водонапорку, что ли, лезть надо. Они так яростно охраняют, наверняка надо лезть на руфить водонапорку. Без руфа не могут. Обязательно надо руф. Обязательно руф. Блять, там все расстреливают. Блять. Сука, под конец пристрелил. Блять, вот тут паразиты такие, что-то они тут намурыжили. Ну давай думать. Так, вон эта гадина стоит, ее надо сразу снять. Да, нормально. Чё, они просто так думаешь, водонапорку тебе поставили для красоты? Наверняка там оно и есть. Тем более, если хорошо очень охраняют. В отеле-то никого не было, они все там сидят на крыше, да вот на порке. Значит, надо лезть. Обязательно ее заруфить, да, и там снять. Это вот этот ключ. Блин, опасно, там же из ангара могут расстрелять. Ну давай лезь. Так, пошел поскорее. Кости. А так все, конец. А чё, а кто и чё, не надо, что ли, было идти? Там еще какой-то туннель. Ну что, я нашел. Кости на водонапорке лежали. Получается, к той к точке вообще не надо ходить. Там туннель там что был, до сих пор закрыт. Джон набирает 1461 очко, 226 врагов. Да, так что нашел я кости погибшего командира в итоге. Ну вот такая карта. Crossfire. Ну, в целом, она такая не особо сложная. Так практически можно даже читать легкая карта. Средняя. Ну, такая средняя.